еще, только отключился. И это раньше был ресторан, да? Ну, скорее всего, да, что такое, кафе, ресторан. Здравствуйте, извините за... С нами девушка вместе воюет. Это боец нашего подразделения, подразделения Спарты. Привет. Как дела? Отлично. Ждем конца турнира. А как зовут? Лия. Откуда Лиечка? Из Донецка. А ты молодая, ты как 23? 27. Да, да, у меня там... 27. Ну, пойдемте дальше на второй этаж, покажу Украл. А почему ты решила, что здесь воевать? Ну как, свою землю защищать? Тут мои близкие живут, родственники, которые сейчас на оккупированной территории находятся. Их Укры приходят, кошмарят. Нужно воевать. Что еще остается? Это разница, когда ты, ну, девушка, ну... Ну, это не имеет значения. Если война пришла, нужно воевать всем. Ну, я так считаю, по крайней мере. А люди удивляются, чтобы красивая девушка на передовой находится? Ну, удивляются. Удивились поначалу, когда я сюда только приехала. Сейчас все нормально, все привыкли. А как ты по профессии? Менеджер ресторанного бизнеса. А помню, по земной еще? Лия. Лия, это по земной? Да. А как настоящее имя? Любовь. Любовь. Ага, очень приятно. Взаимно. А ты была менеджер ресторана, да? Да. А теперь? А теперь воюю. Ну, воюю, но тоже на передовой, не ведь просто... Ну, я сюда именно сюда очень хотела. Меня не брали ни в одно подразделение без военного опыта. Ну, слава богу, Моторола взял. Всему научили, все показали. Теперь наравне с ребятами убиваю укропов. Защищаю свой край. Спасибо, Лия. Любовь. Пожалуйста. У тебя муж и семья? Нет, мужа. Собиралась замуж, но мой парень не захотел воевать. Ну и тут мужа подберем. Парень не захотел воевать? Да, испугался. А ты бросила его по поводу этого? Ну конечно, ну зачем мне такой пугливый парень? А что, чем он занимается сейчас, если не воевать? Он сейчас вообще... Пятки сверкнули, в Россию убежал. А ты сам не страшно, ты сам не боюсь. Бояться не стоит, они должны нас бояться. Да. Там матрос зовет. А, вообще. Да.